Вот даже вот просто приведу, для меня мой отец, рахмаллах, был неотъемлемым авторитетом и другом, не только отцом, и другом у меня был по жизни, братом был таким старшим, даже мама, когда сейчас я созваниваюсь там, например, с ней маленько поговорю, с папой ты часами разговаривал, что-то там вы закрывались, обсуждали, мы с друг другом советовали, что со мной, я с ним, и то есть меня, и, конечно, после смерти вот так вот у меня, как, я понимаю, что «Каддар Аллаху ма шаа фааль», все Аллах предопределил, но однако вот отпустись, как-то вот скучаешь по нему и так далее. У меня у друга тоже отец умер, но он так не скучал, я говорю, почему, как ты так вот это там, он говорит, ну у меня таких отношений не было с отцом, то есть он, да, был отец и так далее, но он для меня не был другом. То есть даже после смерти все равно, да, Аллах субхану ва тааля, дети смогут, иншаллах, вот таким, то есть отцам своим, у которого было под именно вот это вот отношение дружеское, и после смерти они будут для них делать что-то, чтобы им помогло в могиле. Я не считаю, что там я какой-то пример для кого-то, нет, ни в коем случае. Просто как бы из, того, из своей жизни, то, что вот я почувствовал, потрогал и так далее. Я вот, например, меня отец ни разу не ударил в жизни, но я не, его старался не ослушиваться. Не потому, что я его боялся, не потому, что я боялся, что он меня ударит или он меня накажет, нет. А я уважал его и не хотел, чтобы он в мою сторону посмотрел без улыбки, как-то такими глазами, что это ему не понравилось. Вот этого мы должны стараться добиваться от наших детей. То есть, когда бывает, когда, например, один ребенок боится, что-то он делает, и втихаря все равно может что-то сделать, то, что тебе не понравится. Ага, отец же тут не увидит, как вы сказали. А он нет, он должен, ага, подумать, что отцу это не понравится. То есть, я подведу своего отца, я подведу свою маму, я подведу свою семью, если я сделаю. То есть, вот такой вот должен быть у них вот именно стержень. Не бояться то, что ремнем не забьют. Нет, ну забьют, а что, завтра опять он это, завтра еще получит. Нет, а именно вот у него должен быть... более выше посмотреть на это, более так глубоко, именно, чтобы уже, вот для меня самое, например, было, например, так скажу, тяжело, если бы отец бы во мне разочаровался бы. Разочаровался бы и так посмотрел бы, и я понял по его глазам то, что я не прав, то, что я его заставил разочароваться в тот момент, когда он для меня там столько много сделал. Поэтому вот к этому мы должны стараться, стремиться, иншаллах, я так думаю, вот такое вот отношение с детьми вырабатывать, иншаллах, чтобы они именно нас уважали, ценили, а не так, чтобы боялись. Поэтому даже вот посмотреть, например, даже компания, да, например, вот какой-то есть директор, и есть люди, которые там, может, где-то что-то воруют и так далее, и боятся, что их там директор поймает там. А есть люди, которые не могут это сделать, даже камера не будет, они это не сделают, потому что они любят, ценят своего именно работодателя. И они как бы уважают его, ценят, любят. И они не могут даже позволить у них даже подумать об этом, они не могут. Вот, вот это вот, ну, такие вот отношения. Даже между компаньонами. Это не только между родителями и детьми. Между братьями, компаньонами. Люди бывают там проверяют, перепроверяют, там друг другу не доверяют. Там в мечеть приходит потом, помирите нас и так далее. Он меня обманул, вместе мы бизнес вели и так далее. Он... А есть люди, которые даже не надо им перепроверять, потому что они знают, что брат меня не предаст, он меня не обманет, не кинет меня. Только вот такие вот отношения должны быть у нас тоже с детьми, я думаю, Аллаху алейкум.